Всем привет! Сегодня я приехал на рыбалку. Наконец-то пришла весна, лед сошел. Буквально еще пару дней назад вот здесь лед стоял. Вот сегодня уже все, льда нет. Приехали половить воблу. Уже поймали пару штучек. Не стал сразу снимать даже, потому что рыбалка сейчас такая, что можно поймать, а можно и вовсе ничего не поймать за весь день. Так что использую поплавочку сегодня. Хотел поснимать поклевки. Принес камеру с зумом. Но это просто нереально. Сейчас ветер поднялся. Волна сильная. Закидываю очень далеко. И поплавок я вот этот переделывал. Поэтому вот здесь все проклеено. Раньше я его отвешивал. Он вот так вот где-то у меня из воды торчал, получается. Теперь за счет того, что здесь все проклеено, вот это все отваливалось. Пришлось его ремонтировать. Теперь вот так только кончик торчит самый. Никак его по-другому не отвесишь. Либо лежачий, либо вот так все. Поэтому на камеру его не поймаешь, чтобы заснять. Так что пока не угомонится волна, ветер, не смогу снимать поклевки. Ну а так, в принципе, ну клев вот сейчас пошел. Мы сидели до этого где-то час здесь, как сюда приехали, ни единой поклевки вообще не было. Вот только что началось, уже собрались, хотели уезжать отсюда. Он собрал две закидушки свои, одна осталась, и на нее начала клевать. И тут же у меня на поплавочку тоже поклевка случилась, и вот остались. Поэтому, видимо, стайка подошла. Не знаю, сейчас посмотрим, как дальше будет. Пока вроде бы клюет. Я не знаю, сейчас даже попробую сделать поменьше глубину. Может быть, и не так далеко будет клевать. Я просто закидываю очень далеко. Может быть, я зря это все делаю. А может быть, и нет, кто его знает. Ну, мы сюда приезжали на лодке пару дней назад. Не сюда, в другое чуть место. Клёва вообще не было. Ничего не поймали, домой уехали. Вот сегодня пришли все-таки попытать опять свою удачу. Вот, кстати, опять у меня там сразу поклевка после заброса. Видимо, я все-таки не зря так далеко забрасываю. Потому что возле берега такого не будет. Блин, как сопротивляется. Ух ты! Ничего себе! Нифига себе! Вот это нормальное! Ничего себе! Вот это серьезный. Смотри. Да, все бы такие, да? Да. Было бы вообще ништяк. Ну, сейчас посмотрим, если ветер стихнет. Поснимаю поклевки. Пока просто невозможно это делать. Так что извиняйте. Сейчас чуть добавлю червячка. С утра был штиль сегодня. Но мы не здесь, не в этом месте были. В принципе, нормально. Потом по чуть-чуть начался ветер. И уже, блин, сильно задул, конечно. Thank you.
раз мелочь попалась. Такая не годится. Хотя можно оставить этого червячка, еще нормальный. Ветер, конечно, очень мешает рыбалке. Опа, сошла. Слетела. Опа, сразу поклевка. И непонятно, и подцепил, не подцепил. Вроде бы что-то дергается. Либо опять мелочь. Ну да, не крупная такая воблочка. Мелюзга. Так, наверное, все-таки червячка надо поменять. О, вот это, наверное, что-то уже поинтереснее. Ух ты, нормально натягивает. Да, хорошая. Вот это хорошая вобла. Вот за такой мы, в принципе, сюда и приехали. О, самый ништяк. Завялить такую просто обалденное получается. Ну, посмотрим, сколько сегодня наловим. Непонятно, какой там размер. Средненькая какая-то. Может, и мелочь. Не, мелкая. Меленькая. Такое мы отпускаем. Даже на такой волне не сразу-то поймешь, когда поклевка. Единственное остается, вот смотришь, могу только увидеть, если он поднимется, либо вообще затонет.
все. А остальные там движения поплавка как бы мне вообще не видны особо. Еще погода пасмурная, облачность. Я только закинул, от колокольчика поставил. Да? Надо покупать дорогие катушки. Ну-ка, кто там? О! Нормально. Вообще такие. Ага. Блин, давно такие, даже зимой такие не ловили. Вообще нормально. Что там выкинул? Так, а где мой поплывок? Что, у меня тоже, что ли? А, нет, все, вижу. Да, какая разница, верхний, нижний. О, у меня тоже бигфиш пошел. Наверное. Ну, что-то сопротивляется. Не, вы не думайте, я это не палку тащил. Палку я здесь уже возле берега цепанул. Не, она сорвалась и как раз палку цепанул. А ты пока свои три снасти наладишь, все, весь клев уже пройдет. Оставь одну удочку, да лови. Зачем тебе это надо? Столько удочек, блин. Только закидываешь сразу, я говорю. Вот это время может продлиться и 2 часа, а может и 10 минут. Поэтому надо как бы пользоваться моментом, пока клюет. Опа. О, хороша. Нифига ты там понавешал. Отошел, блин, на чуть-чуть. Смотрю, поплавка нет уже, удочка аж надергается. Вот она приплыла, заглотила. Берег весь загаженный, ужасно. Видите, мусорка просто сплошная. Это даже не то, что вот здесь, да, на берегу кто рыбачит, так загадили. Это еще с зимы, вот лед когда стоял, вот это вот он растаял. И все, что во льду было, сюда приплыло. Бутылки вот эти всякие, пластиковые. Да, конечно. А сейчас ветром разносит это все здесь еще. Надеюсь, уберутся здесь. Ну, здесь въезд платный. Территория частная. Поэтому, надеюсь, они здесь сделают какую-то уборку. Конечно, если бы я приехал сюда на несколько дней, я бы чуть прибрался здесь, по крайней мере, где сидим. Ну а так, в принципе, приехали на несколько часов, смысла даже в этом не вижу. Так, и поплавок я тоже свой не вижу. А, все, вижу. И уже идет поклевка, кстати. Оп! Ну, вобла, в принципе, круглый год клюет. Я ее здесь и зимой ловил со льда. Ну, очень редко, так особо не снимал даже. Могу вам показать, кстати. У меня осталась одна запись. Посмотрите, как я здесь ловил ее зимой. Это было вот между теми двумя островками.
Вот такая, в общем, была рыбалка. Неплохо, не хорошо, но отдельное видео не стал делать, потому что считаю, что, ну, как бы, не пойдет такие видосы отдельно делать. Не очень бы интересно получилось. Рыбалка-то была веселая, но она веселая была для меня. Не думаю, что она была бы веселой и для зрителя. Блин, сразу поклевки, по-моему, не подсек я. Да, не подсек. Леску сдуло при забросе. И промахнулся я. Ну, сразу забрасываю, прям сразу же топит. Это похоже, что мелкая. Они... Ну да. Такая. Я, в принципе, не видел у нас таких рыбаков, кто вот такую бы отпускал. Они считают это, как бы, тоже размер такой приемлемый. Ну, в принципе, да, и такую можно завялить, и все что угодно, и пожарить. Но я такое отпускаю, такой размер. Вообще, в идеале поймать 20 воблочек, больше мне не надо. Это как бы моя порция такая. Дело в том, что когда я вялю рыбу, так как я живу, так сказать, в скворечнике, в квартире, мне особо негде ее вялить, у меня там все рассчитано. 20 воблочек в тазик помещаются, чтобы в холодильнике их засолить. И потом развешать еще там над окошком тоже. Примерно входит 20 рыбок. Поэтому, как бы, вот такая моя норма. 20 воблочек. Больше не беру я. Ну да, здесь как бы еще эти 20 поймать. Ну, надеюсь. Нифига ты подсек, аж на колокольчик улетел. Так, теперь я свой поплавок потерял, о, нашел. Мелочь поймал. Клюет, клюет. Ух ты, затопил. А это, да?
А, нормальная. У тебя что там? О, тоже хороший вариантик. Сардак? Больше. Кто больше? У меня. Ну, рыба, да. Ну вот стоило одной клюнуть, и сразу понеслось. А я все равно сейчас туда пойду прогуляюсь. Неохота на одном месте сидеть долго. Даже если рыба ловится. Хочу просто проверить, как она здесь именно в одном месте так ловится хорошо, или есть и там такие же места. А может быть, вообще здесь везде в округе она сейчас так ловится. Но это мелкая. Серебро. Так, что там поклевочка? Ну давай, топи. Опа. Ох ты, нормальный вроде бы. О, нифига себе повел. Заглотил, как всегда. Ой, сколько малька здесь, ничего себе. Ух ты, да всякий разный малек. А здесь, видать, меляк вообще. Так, понятно. Тогда сейчас попробую вон туда чуть правее сместиться. Сейчас здесь посмотрим глубину. Возле берега видно, что тоже мелко. В принципе. Опа-на. Опа-на. Знаете, что это было? Это либо это была ондатра, либо это был змееголов. Не успел увидеть. Слишком быстро все это случилось. Ну, либо змееголов стоял здесь в кушарах, либо ондатра. Я вот шуганул, плесканулось. В общем, туда забрасывал, туда вот так вот попробовал. По всему периметру здесь позакидывал. Поклевок не было, но, как я и сказал, здесь намного мельче. Здесь где-то 1,20 м глубина максимум. Вот там дальше, на центре. А там, где мы ловим, там 1,80 м где-то. И вот здесь уже нет поклевок. Хотя нет-нет, мелочь здесь плещется. Так что сейчас все, пойду туда обратно, вернусь. О, сразу поклевка. Ну, нормально. Пойдет такая.
Хотя ладно, не пойдет. Мелко. Мелковатое все равно. Ну вот, пожалуй, и все. Клев прекратился вообще. Как раз такое время вечернее, казалось бы. Ну, как я и сказал, так и получилось. Буквально там час-два была активная рыбалка. И все затихло. Так что все на этом. Будем собираться домой. Уже, в принципе, темнеет. Сейчас будет закат. Поэтому все на сегодня. Все, давайте, всем пока. Ждите, скоро будут новые видосы. Сезон потихоньку начинается. Планы есть, планов много. Все, всем пока.